я родился в Архангельске, вырос здесь. К сожалению, пришлось переехать 8 лет назад в Москву. Это связано с моей работой. Я занимаюсь колокольными звонами, приходится разъезжать по всей стране. Примерно 10 лет назад я написал музыкальное произведение для академического хора с симфоническим оркестром, где постарался отразить все свои чувства, всю свою любовь к нашему городу. Это выражается и в тексте, и в мелодии. Вчера довелось встретиться с нашим владыкой, митрополитом Даниилом, и с ним был владыка Яков, владыка Наримарский и Мизинский. Мы также представили эту песню, и владыка отметил как раз о тех строках, о том, что будет воздвигнут собор, что вот вы имели веру в то, что будет воздвигнут. И благодаря людям, которые верили в то, что собор будет воссоздан, конечно, сейчас мы и видим его во всем великолепии. Вот и нам, звонарям, мы здесь занимались подвеской колоколов на колокольных соборах, как никому другому открывается вот вся красота нашего города, такие панорамы. Тут видна и Двина, и новая улица Лучейского, набережная просматривается, Троицкий проспект. Вот, конечно, это очень родное место, и вдвойне приятно здесь находиться.